Я добралась до места, бегу навстречу. Вроде не опоздала. Ох, очень ветреная сегодня погода. Но жарко. Так, я вижу вдалеке человека с ананасовой головой. Я догадываюсь, кто это. А вы догадываетесь, кто это? Сейчас мы подкрадемся незаметно. Тук-тук! Как тебе погодка сегодня? Шикарная. Единственное, шикарно. Что было, не было солнца, когда выходила из дома, подумала, блин, как только выйти из дома, солнце... Жарко. На левом берегу ветер сильный. Ветер сильный здесь, да. Да. Мы ехали на автобусе, и по дороге летел кусок такой булки надкусанной. И он летел быстрее, чем двигался автобус. То есть ветер такой значительный. Так, это не наш отдел. Зеленым было яблоком. Так, это снова мы. О, привет, привет, ребята. Я Эль. Это снова мы, это наш жрунки. Как заменитель какой-то должен быть словом мукбанг. Здоровое питание, только здоровое питание. Макдональдс теперь тоже здоровое питание. ЗОЖ! Да. Они погадали, расклад сделали, да. Не гадали. Национальный
Как-то. Дорогие мои, всем привет! Я вернулась с прогулки, и сейчас у нас будет мукбанг. Расскажу, где была, что делала. Не удалось поснимать нормально в процессе, потому что на улице был сильный ветер и все глушил. А когда мы сели в Макдональдсе и решили записывать мукбанг, там была музыка такая посторонняя, которая не может звучать в видео, потому что это будет нарушение авторских прав. Мы, конечно, используем разную музыку в своих видео, но из тех источников, которые нам разрешены. Вот. Ну, поэтому все дело провалилось. Вот. Сегодня я испытала опыт, так сказать, на себе гадания. Ну, не гадание, я забыла, как я это назвала. Расклад, расклад. Вот она мне сделала расклад. Поделюсь с вами впечатлениями. И вместе поужинаем, несите что-нибудь, что у вас есть. Так, у меня эта неделя разгрузочная. Там мы ели только картошку фри, никаких бургеров тяжелых. Только легкая пища мне на этой неделе, поэтому вот отварной рис. Также будет квашеная капусточка. Вот такая вот с морковью, шинкованная. Я покупаю вот эту, потому что это без усилителей вкуса. Есть другая популярная в супермаркетах торговая марка. Она вся с усилителями вкуса. Пить я буду вот такую штуку. Это значит, я сейчас пока не пью на этой неделе. Ну, стараюсь не, как можно меньше пить чай, кофе. То есть я обычно выпиваю около 5 кружек кофе в день. Это вот одну сегодня мы выпили по одной. Так, и чай я тоже не пью. Купила себе такую протертую клюкву с сахаром. И из нее делаю что-то типа вот такого компота. Протертая с сахаром. Тут только сахар в составе и клюква. Так, все, фокусируется, нет? Да, состав ягоды, клюква, сахар. Очень натуральный, вкусный. И в горячем виде хорошо, и в охлажденном. Так, приступим. Рис с кисленьким очень хорошо сочетается. Я, наверное, прям сверху себе выложу капусточку. Разгрузочная неделя. Я что сказала, разгрузочный день или неделя? Неделя у меня разгрузочная. Почему? Не знаю, вдруг. Ну, догадываюсь. В марте я очень прям злоупотребляла всякими... Но не только сладостями, вообще вот все просто мила на фоне стресса. Как, знаете, превратила организм в мусорку и почувствовала какое-то недомогание в этом месяце. И решила разгрузочку сделать. Идеально сочетается. Ну, единственное, что к чаю, я все-таки взяла вкусняшку. Вот такие вафли с халвой. Яшкина. Говняшкина, вот. Вообще вкусные. Я пробовала, кажется, в шоколаде вафли, а вот с халвой не пробовала. Первый раз будет. Мой первый опыт. Так, рассказываю, какие новости. Ну, если кому-то интересно про визу, то тут пока никаких новостей. Если касается бытовых, у нас, короче, горит лес рядом. Теперь я, знаете, как-то стала ценить тот факт, что дом, вокруг дома песок. Песок, мы прям как окопаны песком. Это хорошо, к нам, значит, не подойдет огонь. Горит, полыхает. Сейчас вот я закрыла уже дверь балконную, потому что гарь уже конкретная, дышать уже невозможно этим. Так,
сделала мне Эльчика расклад. Мы решили, так сказать, проработать какие-то вот внутренние мои моменты, чтобы понять, какая у меня сейчас ситуация. Есть ли у меня какой-то ресурс для решения проблемы? Я не скажу, что я там верю в это или не верю, но когда мне предлагают попробовать что-то новое, и это довольно-таки безобидное, да, это не в смысле там, давай, у меня тут есть какая-то травка, давай курнем. Да, да, я всегда рада попробовать что-то новое. Нет, в этом смысле нет. Ну, вот такие вот какие-то безобидные вещи, почему бы не попробовать? Мне очень понравился этот опыт. Действительно, можно верить, можно не верить, но действительно есть какие-то совпадения. Это действительно помогает вот в чем-то разобраться, вытащить из себя какие-то мысли, вытащить какие-то идеи. То есть в процессе расклада она меня постоянно просила проговаривать некоторые фразы, которые меня заставляли как-то напрягаться и стараться формулировать свои мысли, тем самым как-то вот, знаете, подбираясь к своим каким-то закрытым, может быть, ну не проблемам, а каким-то закрытым моментам, да, не раскрытым. Мы же не всегда понимаем, как бы, что с нами происходит. Мы видим ситуацию только поверхностно, да, вот у меня там есть такая-то проблема. Но мы не знаем, есть ли какие-то скрытые у нас мотивы, есть ли у нас, например, в этой ситуации возможности какие-то, либо мы зациклились на чем-то одном и не видим этих возможностей. В общем, классный, интересный опыт. Что очень нас посмешило, это первая карта. Я не помню, что она отражает, кажется, наше желание. В общем, у меня на этой карте девушка. И то ли кот, то ли лиса. И мы, значит, летим куда-то. У нас на голове какие-то шлемы. Мы летим, парим над землей. И как Эля мне сказала, это вы с Ариной. Вы с Ариной, вы куда-то летите. Кстати, тема перемещения, передвижения, она просто была во всем раскладе. То есть какие-то корабли, какие-то воздушные шары, поезд. То есть все, что движется, все, что передвигается в пространстве, дороги. То есть тема дороги была в раскладе. То есть, в принципе, это отражение всего того, что меня сейчас мучает. Как вы знаете, главное, такая моя цель и желание, это все-таки поскорее уже улететь к мужу. Поэтому, видимо, такой получился расклад. Но он получился, конечно, немножко мрачноватый, потому что там многие карты указывают на то, что есть препятствия. Там прям на одной из карт показаны вот эти средства передвижения, вот эти какие-то лодки, корабли, которые привязаны к какому-то дереву, и они не могут никуда двинуться, никуда пошевелиться. Либо какие-то запутанные дороги и окруженные какими-то странными зверями, такими пугающими немножко, какими-то причудливо уродливыми. Вот, в общем, такая тема дорог, тема препятствий. В общем, этот расклад, как мне кажется, полностью отразил ту ситуацию, которая у меня сейчас есть. Что еще в этом хорошего, эффективного, так сказать, под конец якобы можно посмотреть, вот последние карты, они как бы показывают, какие есть у тебя ресурсы, возможности для выхода из этой проблемы. Честно говоря, как я уже говорила в своих прошлых видео, от меня в этой ситуации уже ничего не зависит. То есть я уже ничего не могу сделать. Я никак не могу соединиться со своим мужем, если мне пока еще не дали визу. То есть только он может что-то предпринять. И поэтому, да, вот по моему раскладу видно, что особо никаких вот, как будто бы, ну, нет возможностей, да. То есть вот по итогу все, я как будто бы куда-то там лечу, куда-то там плыву, но это все такое какое-то розовое, какое-то
в какой-то не сюрреализм какой-то, это нереалистичное все какое-то. Вот у меня ассоциации с фантазией, что это якобы только в моих фантазиях я могу пройти этот путь, а в реальности я его сейчас пройти не могу. И это действительно так. Ну, в остальном все хорошо, расклад больше ничего не показал. И для меня это не удивительно, потому что это единственная проблема, которая меня сейчас беспокоит. Мне в комментариях очень много писали: займись своей жизнью, ты зациклилась только на этой теме. Муж, виза, вернуться. Как будто мне нечем заняться. Мне есть чем заняться, но, как говорила моя мама, такое выражение у нее было: не сравнивайте хер с кочерышкой, да? Есть разные сферы жизни человека, есть дружба, да, вот я дружу, я встречаюсь, я общаюсь, есть хобби. У меня есть хобби, но на данный момент мне приходится учить языки два одновременно, и поэтому это мне заменяет и хобби, и все остальное, да. У меня есть заработок, я также зарабатываю себе деньги на жизнь. У меня есть обычные привычные дела, которые есть у всех, и так далее, да, все есть, какие-то мечты. Все есть, но нет семьи, да, семью не заменишь подружками, тусовками, вышивкой, как мне пишут. В чем проблема? Займись. Тебе что, кто-то не дает там рисовать, вышивать? Причем тут вышивка? Все сферы жизни человека достойны внимания, и все мы хотим, чтобы они у нас были заполнены. Семейная жизнь – это вот та единственная сейчас сфера, в которой я ощущаю острый дефицит. Во всем остальном все идет своим чередом. Сейчас много встреч, хорошая погода. Прошлый выходной я ходила гулять с подружкой. В этот, вот сейчас, на этой неделе мы встретились с Эви. В субботу я иду на концерт. Мне есть чем заняться. Вчера весь вечер просидела за учебой. И хобби у меня есть, и быт веду. Вот прям иной раз поражаюсь. Неужели все такие прям деловые? Аж пипец. Одна я такая самая незанятая в этой жизни. Займи себя чем-нибудь. Ну, я понимаю, вы, возможно, из-за лучших побуждений мне это советуете. Но это звучит так, вот до моих ушей это доходит так, как будто бы, вот знаете, я сижу, ничего не делаю, и вы мне займитесь чем-нибудь. Так вот, как будто с упреком. Напишите в комментариях, чем вы занимаетесь, ваша повседневная жизнь, из чего состоит. Мне кажется, в среднем у каждого человека состоит из довольно-таки примитивных вещей. То есть выполнить свои основные обязанности, на работу сходить, да? Я тоже работаю. Домой прийти, да, перед этим может там купить продуктов, прийти и приготовить, обслужить свой быт, там постирать, убрать и оставить какое-то время на какой-то релакс, да, фильм посмотреть, YouTube посмотреть, книжку почитать. Ну и все, в среднем у всех все так проходит, ну кроме тех, у кого может там надо собачку выгулить, ребенок есть, ребенку уроки сделать. Ну, в целом все рутина, хотя это рутина и есть наша жизнь, ей тоже можно наслаждаться. А то выставляете меня как это, самый такой, знаете, какой-то незанятой. Вот она сидит, вы меня видите 15 минут перед камерой. Вы думаете, что вся моя жизнь так происходит? Вот так вот я сижу, да, и все. Мне не то, что это обидно, я не обиделась, нет, я просто поясняю ситуацию. Что всем и всем, не только мне, хочется
все актуальные лично для вас, либо для меня сферы жизни заполнить. Хобби – это хобби, окей, оно у меня есть. Там дружба – это дружба, она у меня есть. Работа – это работа, она у меня есть. Но у меня нет семьи, а мне это надо. Я так хочу. Мое такое желание. Что-то как-то быстро, быстро рисом аппетит погасила я. Наверное, сейчас даже чай пить не буду, что-то нету настроя на чай. Потом попозже. Ну, не чай, а вот опять заварю вот этот типа компот и вафли. Итак, всем огромное спасибо за внимание. Напишите, пожалуйста, расскажите, как проходят ваши дни, чем вы занимаетесь, помимо своих основных обязанностей. Считаете ли вы, что... Вы согласны со мной, что я правильно сказала, или я ошибаюсь все-таки, да? То есть я ошибаюсь, и в некоторых жизненных ситуациях надо забивать на какие-то вещи и уходить только в одну сферу. Ну, например, на все забила, только работай, да? Или там на все забила, только тусуйся. Вот, в моем понимании все должно быть в балансе. И то, о чем я говорю об этом. Потому что это меня больше всего сейчас беспокоит. Вот те сферы, о которых я не говорю, они мне не беспокоят. И не потому, что мне нечем заняться, и у меня их нет. А наоборот, потому что у меня в этих сферах все хорошо. Мне хватает на жизнь. Мне, в принципе, сейчас интересно. У меня много интересных встреч. Я интересно провожу время. Я хорошо отдыхаю, у меня есть достаточно времени на хобби. В этом смысле у меня все хорошо, вот только вот семейная жизнь. Вот, надеюсь на ваше понимание. Всем спасибо и